Здравствуйте, офис Воронежа. К нам пришла участница 94-го года сдать билеты. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня. Анна, скажите, пожалуйста, а фамилию можно сказать? Тимофеева. Отлично. Анна, скажите, пожалуйста, вы сколько билетов сдаете? Вот. Это сколько? 10 тысяч. 10 тысяч, ага. А какого происхождения? Я думаю, вы слишком молоды, чтобы участвовать в 94-м году. То есть кто у вас участвовал? Откуда бумажка? В смысле, билетик? Папа с мамой. Угу. Хорошо, а как узнали, что мы принимаем, что Сергей Пантелеевич Мавроди выкупает билеты? Ну, привели знакомые мои друзья. Отлично. Есть желание разобраться в современной действующей системе МММ, где доходность 20%, и участвовать в ней, соответственно? Ну, конечно. Есть, да? Хорошо, мы вам переведем 1500 рублей на ваш личный кабинет сначала, а потом вы выведете себе на счет. Принимаем у вас эти билетики и желаем хорошего участия. Хотите поблагодарить Сергея Пантелеевича за акцию? Конечно, спасибо Сергею Пантелеевичу за акцию, выкуп билетов. Ну, всего доброго, до свидания. До свидания. Хорошего участия.